Всем привет! Привет, друзья! Вы на канале Забугром Лайф, и сегодня я, Олег Забугорский, и мы с детьми на пляже. Мы немножечко пройдемся вдоль вот этого замечательного пляжа в Dana Point. Это не Лос-Анджелес, это не Сан-Диего, это где-то between этими двумя городами. Немножко снимем видео, как американцы отдыхают, что они делают. Сегодня суббота, мы прежде чем припарковаться, искали, наверное, полчаса места под этим прекрасным солнечным небом. Да, суббота, отдыхают, да и тем более это сезон. А Dana Point является, собственно говоря, курортным городом. Мы жили в этом городе, когда приехали только в Америку около месяца. И этот пляж для нас уже знаком. Родной. Дети его даже вспомнили. Ну что, погнали? Это что за танцор диско? Это прямо вообще дискач какой-то. Наши артисты. Доски. Доски. Это вот люди прямо обожают вот эти вот плавательные средства. И вот чем хорошо вот это место, здесь бухта, здесь такой залив, и начинающие, чтобы, например, так скажем, в целях безопасности, катаются именно здесь, без волны. Волна вон за тем гребнем. Мы сейчас идем туда и пройдем через этот пляж. Собаку, посмотрите, вон собака плавает, я сейчас ее приближу, это нечто, вот там, вот смотри, мам, вот впереди, по горизонту. Ой, вижу, да. На доске собака, причем я не знаю, это какая-то уникальная порода, но выглядит, конечно, шикардос. Пошли. Да, отдыхать, не работать. У меня давно не было такого выходного, чтобы вот просто с семьей. Шикарно. Покупаться мы поплавали с малышней. Ребятам очень понравилось. Вон дельфина хотел показать. Мам, смотри, дельфин какой. Видела дельфинчик? А, нет, фламинго. Фламинго, розовый фламинго. Посмотри, как. Пляж битком, просто битком. Mm-hmm.
Хотелось искупаться? Да. Не искуп... Хотелось. Хотелось, но не искупалась. Да. Сейчас сделаем небольшой эксперимент. Вот это видео я снимаю при помощи Filmic Pro без цветокоррекции. А следующий такой же сюжет я сниму в другом приложении. Давайте сравним качество изображения неба, воды, ну и прочие отличия. Немножко зумировали. И теперь давайте другое приложение. Небольшая оговорочка. Вот это приложение называется Filmic Pro, а iMovie предыдущее. То есть вот я немножечко, так скажем, зашел вперед. Вот это приложение Filmic Pro. Здесь я могу делать цветокоррекцию во время съемки. То есть я могу делать теплее, холоднее, в зависимости от освещения. Здесь в этом приложении очень много возможностей профессиональных камер. В том числе я могу выставлять и ISO, я могу менять здесь чувствительность, ну и, соответственно, я опять же здесь могу менять зум и фокус. Я эту яхту, Анечка, уже целый обзор по ней делал, и она набрала меньше всего просмотров на канале YouTube. Я имею в виду. Ну, это лодка. Это просто всего лишь... Это всего лишь лодочка. Всем жарко. Такую погоду всем жарко. Это как раз вот этот заливчик, где купались с детьми. И вот эта коса, такой вот барьер, волнорез, защищающий от океана и дающий возможность в тихой воде поплавать, половить рыбу. Даже рыбку ловят вон. Рыбаки здесь собираются. Американские рыбаки. Кто бежит? Кто бежит там? Поднимайся, Маша. Много проходит свадеб, различных мероприятий, фотографы сюда просто слетаются разных мастей.
коллеги по цеху запустили дрон. Это у нас малыш Мэвик. Вот наш, так скажем, сегодняшний отдых и закончен. Собственно говоря, мы теперь отправляемся домой в Сан-Диего. Что, погнали мы в Сан-Диего. День у нас действительно удался. Ну, почти у всех. Прости. Почти у всех. Да, я тебя тоже иногда козырьком своим забиваю. Вот. Поснимал видео, вот, которое немножко сюда вложу. Это, знаете, такие релаксационные видео с формате 4К. С накладыванием профессиональной релаксационной музыки. Релаксационную музыку мне пишут мои друзья из России. Поэтому в ближайшее время я предоставлю возможность несколько, так скажем, треков вам покажу. Потому что основные видосы, которые я делаю вот именно с дрона и в формате 4К, они коммерческие. Вот, и мы запускаем по наставлению моего американского друга на Amazon TV и будем работать там. Делать деньги своими навыками и получать от этого удовольствие. Все, с вами был Олег Забугорский и Анна Забугорская. Увидимся, ребята. Пока! Да, я думал уже концовка, но дети не дают сделать концовку. Они нашли эти бочки, и я не могу это не показать. Вот просто, вот смотрите, русские дети всегда залезут на бочку. Никогда не влазьте в бочку, лучше залезьте на бочку. 70 лет вот этому мужчине в кепке и изо льда сделали такую вот композицию.